Приветствую всех, кто заглянул ко мне в гости. С вами Инга. И сегодня продолжаем делать рассадочные карточки. Сегодня мы с вами сделаем вот такой вот вариант рассадочной карточки. Давайте приступим. Я взяла вот такую вот бумагу, квадрат 14 на 14, тонкой линией карандашной я разделила бумагу пополам. Берем трафарет. И обрисовываем наш трафарет. Обрисовали наш трафарет. Берем наш нож и начинаем вырезать. Так как у нас здесь проведена линия, еле заметная, мы вырезаем крыло, отступая от этой линии буквально где-то 0,3 сантиметра. Не доводим. Почему? Чтобы у нас вот эта вот часть, чтобы она держалась, вот как здесь. Посмотрите, пожалуйста. Видите, здесь у нас должна идти сплошная линия. Здесь у нас не должно быть обрезки. Поэтому очень внимательно. Так, мы вырезали, но вот здесь, когда мы резали, я почувствовала, что картон начинает собираться, поэтому я буквально
а 1 миллиметр отступила и начала делать дальше. Поэтому мы этот 1 миллиметр, мы его подрежем. Теперь мы стираем наш карандаш, чтобы его не было видно. По линии нашего загиба загибаем нашу карточку. Там, где нет бабочки, мы проходимся конкретно, загибаем так, знаете. Там, где есть наша бабочка, мы ее выворачиваем на другую сторону. Вот так вот. А вот и наш картон, который у нас начал собираться под лезвием. Сейчас мы его подрежем. Так, вот получилась у нас такая карточка. Теперь нам здесь осталось написать только имя. Так, сейчас я посмотрю. Здесь у нас Руслан, и у него пара была. У него пара. Анна. Прежде чем... Вот мы и закончили подписывать. Вот что у нас получается. Вот такая вот прекрасная рассадочная карточка. Довольно простая в исполнении, незатратная и симпатичная. Вот такой мастер-класс у нас с вами сегодня был. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Для меня это важно и мне это интересно. Всего вам хорошего!